лет наебнулась вахтовка на дороге. Все потухло, кроме фена и ПЖД. Едем смотреть. Подписчикам, которые говорят, что руль надо перевернуть. Миша, привет. Сейчас сожгем просто ее. Миша уже тоже форму одежды начинает принимать рабочую, блядь, с Урала, он ебется третий день. Вахтовочка наша стоит. Поглядим. Сейчас, Мишка, пробуем краба минус на раму. Первым делом. Он еще ехал-то посередине, видишь? Пиздец в вахтовке пришел. Первые морозы, 20 градусов. Он только посередине ехал. А качу никого нет-то, где они все? Ты на понт хочешь взять вахтовку? То есть, на нее? Открой. О, Урал брошенный. Еще за крыло, наверное. Пиздец, пошел. Я магнитолу беру. Мои чертусы. Очень страшно кино, помнишь? Мои деньги выкошлю. Мои чертусы. Пошли смотреть, что с ней. Руль выправил. Будем оживлять вахтовку. Ну я смотрел аккумулятор, хуево. Ну камешка, все, она тут откручена. А че все в таком печальном состоянии? Сейчас с минуса краб кидаем на раму и смотрим, появится, нет. Он говорит, фен ПЖД работает. Закрыто, видишь? Никого нет, короче. Сами. Капотик сделал, капотик сейчас тук закрывается. Достаем крабики. На стой, вахта. Так он едет сюда. То, что делаем первое, это проверяем обрыв провода от аккумулятора. Сразу, неисправна ли масса вот эта вот электрическая, полуручная. Просто напрямую делаем массу на раму или на корпус. Но у нас нет ключей, где он? Трубку не берет нихуя. Ёбаный в рот. И потом посмотрим, под капотом предохранители надо посмотреть, Мишань. Что, откроем, может, капот? Короче, на переднем борту предохранителя не обнаружили. Ничего тут нет. Одна тепловушка стоит непонятно на что. Но она вроде не вышиблена. Сейчас подъезжает у нас водитель. Здесь вот это вот почему вот так болтается, не могу понять. Что-то как-то все в состоянии. Вахтовки 4 месяца. Полгода, 6 месяцев. И одной вердушки нет, почему не могу понять. Нихуя. У нас на ПЖД. Так, генератор. На стартере еще можешь посмотреть. Сейчас подъедет. Глянуть. И в кабине предохранители. Севера наш. Сломаешься, никого нет нахуй. Тепло, Миша? Тепло. Какое себе тепло. Стартер редукторный маленький. Целый.
Да, это целый. Ну-ка, вот эти не болтаются. Так, обыч... не, так она, вот обычно проверяется. Она бы зажигание отключалась. Ну-ка вот эту железку поболтай. Она там может быть целая, а если железки болта-болта делают с двухдушкой. Нет, целый. О! Целый. Сейчас подъедем. Приехали. Пойдем проверять. Пробуем подавать плюс на стартер напрямую. Мишаня у нас цепляет. Идет прямой. Ну я вот подержу хотя бы. Давай, готов? Готов? Да. Ну-ка смотри так. Хуй. Нихуя. Нет, Миша. А массу повключай. Подожди. Сейчас. Нет. Ну вот так она включена. Аварийки тоже у меня не работают. Сейчас будем смотреть тогда. Главный предохранитель какой-то, Миша. Напрямую подали, плюс нихуя. Минус нихуя. Напрямую к стартеру нихуя? Нет, тоже нихуя. И масло напрямую нихуя. Миша, отцепляй. А? Отцепляй. А где они, блядь? Основные три. Поворота. Тут нихуя. Блять, зацепился. Бля, вот что мне не нравится, вот так, блядь. Еще, бля, вот налегко. Да. Вот там просто, бля. Вот КамАЗ, бля, это вещь. Весь вот маленький только. Ну, это то, что старый я имею. А тут все вытаскивали? Да, смотрел я. Ну там эти остальные же мелочи, там 30-ки, там 25-ки. Ну да. А где, блядь, большие у них? Че, их сейчас не ставят, что ли, большие? Вот, где-то, блядь, этот из-под аккумулятора подцеплен, так ведь? Отсюда. А эта коробочка не открывается? Какая? Ну, наверное, здесь и есть, блядь. Да. Но опять же, что-то там входит, хуй его знает. Там реле поворота. Бля, а. Или это мозги. Возможно, другая крышка тоже, бля, снимается. Может, эту снимем, посмотрим, подвезем, что там. Давай вот эту. Ну это нет, тут написано же что-то, подожди. Нет, это. Я имею в виду, это вапка какая-то. Стоит наверху. Вот, наверх. Они где-то тут должны быть, три штуки. Или тут, или под капотом. Больше им негде стоять. Охуй, нет. Здесь нихуя нет, надо под капотом дальше смотреть. Вот что нашли. Да. А Димона. Вот там разбудил? Есть предохранитель, походу, блядь. Что-то тут, короче, ребята, сгорело. А? Как сгорело нет? Тут где что-то. Сгорело? Сгорело, но. Пахнет? Нет, тут пиздец пучок. Мишаня, залазь, посмотришь. Сейчас из-под кабины надо глядеть. Все, да нет, сделаем, Аслан. Вот, ребята, с этой стороны начинаем снимать. Это место тут что-то пиздец, все поплавилось. Сейчас будем смотреть. Вот выход, смотри, который был. Видел, да? Нет, выше педали газа, посмотри. Туда залазить надо. Привалилось к стенке нахуй. Пластинки. О, все прокручивается, сейчас подожди. Аж привалилось к стенке нахуй. Здесь и замкнуло. Благо тут ничего не поплавилось. Тут цело. Там провода отпали с салона. Знаешь, что я сейчас делаю? Да. Ибрагим, откручу полностью ее. Там у тебя провода отцеплены, да? Да. Отпали. Да. Целиком открутим ее нахуй. И на улицу уже посмотрим. Отвертку. Отвертка у тебя, да, там зеленая? Ибрагим, да? Отвертка зеленая. Давай отвертку, не надо, не мучайся. Это у нас не та. К чему это привело? Это, блядь, смотри, ведь машина могла у тебя стоять.
А ты мог находиться в вагончике, нихуя не видеть, да? Да. Это вахтовка, если что, блядь, которая возит народ. Вот наш российский производитель, ребята. Могла сгореть нахуй заживо, и человек на себя повесил бы нахуй кредит многомиллионный. Сколько тут у тебя? Квартира трехкомнатная? Да. Из-за вот этой вот хуйни. Как ни крути, Уралы, блядь. Смех смехом, а могла же загореться нахуй. Легко. Обшивка, хуивка, все внутри салона горело. Пиздец. Залупа. Вот они нахуй. Сейчас я тебя вспомнил. А? Пиздец, блядь. Что, что в Ютубе? Он мне говорит сейчас, я говорю, тебя только сейчас вспомнил, я говорю, тебя в Ютубе видел. Серьезно? Ибрагим? Я думал, ты в курсе уже. Нет. А покуда, по голосу узнал? Да? По голосу? Вот сейчас, да. Что, что я с телефоном снимаю? Ага. А, я думал, где я видел? Раньше, где я мог его видеть еще? Популярность? Ладно, давайте думать что-то. Хули не короткий. А, его надо полностью менять, он пиздец. Пошли в салон. Да я не пойму, по голосу не узнают. Он сейчас сказал заводу производителя, я говорит, не пойму нихуя, говорит, главный провод, блядь, все провода идут возле турбины, где греется. Ну еще добавь. Ладно. Сейчас тут кислородный шланг, я делаю два кусочка, пока заказываем эту штуку. Сюда я вот такой сделал. Чик. Что, это отрезать пополам? Да, пополам. Пока вот так, пока закажем. Кислородный шланг сделать и крышку поставить. Сейчас посмотрим. Сделать вот так, через шланг. Все. Так у нас получилось. Здесь сделал прорез, запихал. Все это будем стяжками еще стянуть. Все, пока стяжек нет, доедет, там стянет. И будет зашибись. Ой, даже и ногу, блядь. Вот, кто на Уралах работает, на капотных, обязательно проверьте вот это вместе. К такому вот нюансу может привести. Будьте бдительны. Проверяем. Курить, 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 Миша! Давай кручи сразу. Хоп-хоп-хоп. Да поселся. Вот и все решение проблемы, не бойтесь. Все окей. Складываемся. У нас еще на УАЗике колесу пиздец. Пытаемся накачать. Приехали, говорю, помогать тебе сами, блядь. Да? Пару слов скажи, да вот тебя не слышно. Ой, не видно. На линии. Погода или? На том же канале будет последняя видюха. Как назвать? Сам скажи название. Найдешь? Ибрагим сломался. Так назвать? Не, да что-нибудь про вахтовки такое. Все, еще раз, давай. Пока. Пока, давай. Давай. Так, ладно. Закончим ролик на чем, чтобы еще раз скажу. Проверили, у кого такие Уралы. Вот эту штуку. И на завершение сделаем такую... На заднем фоне Russian Cola, блядь! Да, Миша? Охуительная Russian Cola? Сделали главное, пардам? Ты просил у лёд погрызть, а? А, девчонки? Секси руки. Охуительные руки. Поехали.